В музее-заповеднике Горки-Ленинский совместно с Национальной ассоциацией возрождения исторических садов и парков состоялась социально-экологическая акция «Цветочное сердце весны». В гости были приглашены дети с ограниченными возможностями из реабилитационного центра детства. Мероприятие проходило в несколько этапов. В игровой части программы ребят и их родителей развлекал известный в районе клоун Алекс. Затем был проведен мастер-класс. Дети сделали сердечки, которыми впоследствии украсили посаженную клумбу. Но основное событие было в ландшафтной зоне музея. Перед главным зданием усадьбы разбили цветник в форме сердца, куда детишки должны были своими руками высадить луковицы тюльпанов. Где-то похоже в форме сердца. Вот это вот у нее верх, а вот это донышко называется, это корни здесь будут. Поэтому мы сажаем вот так вот. Берем ее, вот эту луковичку, вот так, и опускаем туда. Дети блестяще справились с поставленной задачей, и наградой им стало красивое шоу мыльных пузырей. Все разошлись, но обещали вернуться весной, чтобы увидеть плоды своих трудов и полюбоваться цветением тюльпанов.